Кёльне массовые демонстрации против евроскептиков. Около 50 тысяч немцев вышли на улицы, когда в городе начался съезд партии «Альтернатива для Германии». Она известна своими антиевропейскими взглядами. Люди пытались заблокировать политикам вход к отелю, где проходило собрание. Начались столкновения с полицией. Один правоохранитель ранен. Митингующего, которого подозревают в нападении, задержали. Только в центре Кёльна задействовали более 4000 полицейских. «Альтернатива для Германии является для меня экстремистской партией. Заявления ее членов свидетельствуют, что они относятся не ко всем людям одинаково. Например, их призыв стрелять в мигрантов. Я не могу поддерживать такие заявления. И именно поэтому я здесь сегодня».